Привет, друг. Как твои дела? Пиши в комментариях, и мой личный секретарь, возможно, опубликует их, если они будут в тему и будут иметь конструктивный характер. И вот снова наступил июнь, 2018 год. В мае я, так сказать, сделал паузу, потому что я болел, у меня был сильный кашель. Вот, какая-то вирусня конченая, блядь. Понаехали всякие эти иностранцы, понавозили сюда всяких инфекций. Вот, видимо, подхватил. Ну, я уже нормально, уже не кашляю почти. Могу спокойно продолжать читать свои рассказы и знакомить тебя с интересными вещами в жизни. Меня зовут Макс Саныч, и я представляю твоему вниманию свой жизненный путь. Книги собраны все мои ошибки и падения, но несмотря на все, я придерживаюсь своего пути, это путь воина без страха и мусора в голове. Книга называется «Беседы современной молодежи», проверена на практике, лайфхаки для тех, кто держит доску объявлений на просторах интернета. В качестве видеоряда смотри мой фотосет в апреле. Харьков фотография, Digital Max Cinema present my photoset. Corporation Books Max Present Audiobook «Беседы современной молодежи», рассказ номер 24. А помнишь, как у меня была белка, когда я на дерево залез? Ха-ха-ха. Так рассказ я перенесел 19 декабря 2013 года. Привет! Привет! Помнится, в том году или в прошлом я тебя встретил около Таврии Б. Ты случайно не туда ходил? Улица... Первой конной армии 9, Войтюк Ольга Васильевна. Срочно работники склада, пятидневка 3800. Можно без опыта, справки по телефону 095-84-83-649, 093-03-03-679, 098-087-45-62, Ирина. Короче, хуйня это, мошенники. Вот ссылочка на эту... Буд-терминал, инфо, искав, мошенников, отзыв 144. Честно говоря, уже не помню. Я уже выяснил, по присланной ссылке совпали и адрес, и телефон, так что отпадает эта работа. Саня, я нашел место, где можно репетировать. Вот тебе ссылочка в ВКонтакте. Ну, это только после Нового года. Я не прочь бы и сейчас. Хочется, так сказать, негатив весь выплеснуть. Да блин, Максим, у меня начинают вылазить долги, а я хочу совсем начитаться к Новому году, и чтоб без долгов начать Новый год. А как сам понимаешь, везде нужно платить. Я сам безработный сейчас. Да я-то не нервничаю, скорее настройся, что мы люди... Вроде и с мозгами, а получается так, что даже нормально жить не можем. После Нового года, так после Нового года. Даже на репу сходить задолжились, блин, нет денег. Тут получается всего час стоит эконом 25 гривен, элит 35 гривен, нормально, блин. Как я давно не вырубал на полную мощь свою гитару. Да и сам хочу поиграть на ударке. Это все время был как наркотик, к которому не привыкаешь, а только радуешься. Так и надо, Саня. Работа, работа, а душа должна быть не в вине, а в творчестве. Вот и я думаю, с Нового года полностью отказаться, как ты от алкоголя, а может и никотина, как ты. И лучше уж потратить это на более что-то интересное, тем более оно мне стало уже мешать. Не по-детски. Вот побухал позавчера, причем Тёмка тоже со мной был, на гривен 300 точно. Вот именно, правильно, видишь, сам понимаешь, я тоже так понял и сделал, так, шит и вся. Ну, честно говоря, я разработал собственную методику избавления от вредных привычек. А с ней могу поделиться только, естественно, за денную плату, так как, сами понимаете, жизнь сейчас денег стоит, и раньше это было, можно так сказать, рассказал всем, и все довольны и счастливы. А сейчас, так сказать, надо за все платить. Поэтому и моя методика тоже стоит денег. Я уже 8 лет не пью, не курю. Наркотики не употребляю. Вот так вот. Хе-хе-хе, учитесь. Это уже моя методика. Никаких кодировок, ничего подобного. Вся. Это была моя реклама. Если что, обращайтесь.
звоните на 099-199-58-88. Максим. И зачем все это? Ого, нихуя себе. Ну вы, блин, даете. Лучше уже за 300 гривен с кралей переспать и венца попить и все такое. Ого, только хреново после этого и депресняк. Вот именно. Короче, не годится это все. А проблемы как были, так и остались, да? Да, проблемы мало того, что остались, а еще и прибавились. Ну, это плохо, конечно, что ж ты такая? Короче, алкоголь это говно, с которым нужно кончать. И у меня есть только два пути кончать и жить нормально. Стремиться к чему-то, либо сдохнуть при первом же тупом алкогольном отравлении. Второй вариант мне как-то не по душе. Ого, ты что, траванулся, что ли? Да, причем я после первой стопки уже тянусь ко второй, это плохой показатель. Это уже близко к запору, Саня, ты чё? В этот раз скорее не траванулся, но было что-то типа того, что когда-то отравился. Плохо. Вот-вот, поэтому пора уже выходить на более... Я раньше таким не был. Я понимаю, что это нужно оканчивать любыми путями. Что я понял для себя, то это что, ни капли мне пить нельзя? А помнишь, как у меня была белка, когда я на дерево залез? И у меня на лице были шрамы, и мы поехали на репу, и еще я пытался играть на гитаре волка. Может, это не с нами было? С нами было, когда я с Икой жил. Вот тогда мне было хреново, что пиздец. И за день до репы я напился. У нее дома. И мы поехали репать. Я, ты, Оля, Тёма. Поехали репать на репточку на Московском проспекте. Маршала Жукова метро, там где репетировали такие команды, как Астрофаес, Тессаракт, там это, помнишь, Адольф был. Точно, с нами это было, наверное, меня не было тогда. Был, Саня, на барабанах ты же играл, ёпты, ты просто забыл. А может и просто забыл, да, может быть, да. Мы тогда репетировали на Маршала Жукова, Адольф там был по субботам. Это помню, он еще на Ибанезе играл. Ладно, проехали, смысл уловил, нафиг оно надо. Того Адольфа уже в живых нету, нахер, тёп. Да смысл уловил, это точно. Сейчас сижу, вроде два дня назад пил уже. Хреново, блин, ужасно, это уже можно назвать запоем. Я даже на Новый год пить не хочу, хватит. Со следующего года ни капли ничего, даже нюхать не хочу. Тебе сколько сейчас, кстати? 39. А, кстати, Адольф же умер, ты знаешь, у него был этот срез печени, он же бухал. Вот тебе, так сказать, будет поучение. Талантливый чувак помер от болезни неудачника. А, ну да, хороший повод, да. Хороший пример бросить. Да, точно. Ну вот, и 6 лет. Ты уже не пьешь, это ты выбросил эту гадость из головы, получается 33 года тоже бросил. А я, получается, 32 бросаю, это дело нехорошее, кстати. Конечно, нехорошее. Кстати, Саня, а ты считал, что ты сделал в этом году? В смысле? Что купил для дома и так далее? Нет, вряд ли посчитаю. Это тебе поможет поставить жирный крест на алкоголе. Я все бабки почему-то первую половину года сливал мамке. Она покупала что-то, а я в это даже не лез. Начни считать, что надо было купить. За хату, что я сдаю, я тоже ни копейки не имею. То само собой. Все мамке отдаю. Правильно. Короче, если посчитать, то я себе купил, то могу сказать с уверенностью, ни хера я себе не купил, блять, в этом году. Единственное, что я тратил, это поехать на речки, покупаться или другое дерьмо, которое покупкой не назовешь. Ну или пойду себе пиво куплю, или водки. Вот и все мои покупки. Значит, надо тебе учиться финансовой грамотности. Саня, я тоже этим занялся. Теперь не покупаю на всяких распродажах ненужные мне диски, например. А то раньше было,
вот, распродажа там, смотри, ух ты, ёптать, блин, а надо поставить, послушать, что это такое, послушал, вроде так, о, вроде ничего, нормально, покатит, блин, покатит, а потом купил, блядь, и через неделю это говно понял, что надо продавать, хуйня, короче, понял, никогда не покупай то, что тебе не надо, вот. Это мой вывод. И всякие люди, которые навязывают свои махинации, даже об этом не зная. А потом сидишь с этим барахлом и не знаешь, куда его деть. Так что все, я теперь покупаю только то, что мне нужно. Вот, мои желания. Кстати, хорошие вопросы для жизни. Рекомендую. Задавай себе каждый день, кто я, куда я иду, какие у меня цели, зачем я сейчас это делаю. Что я хочу сделать сейчас? Как мне улучшить свою жизнь? Вот. И, естественно, отвечай. Так ты поймешь то, что ты хочешь, или то, что хочет кто-то другой. Бля, разве это жизнь, Максим? Когда себе нихуя не покупаешь? Покупаю все только потому, что без этого уже никак. И все, пиздец. Я, например, в этом году сменил счетчик электрический на автомат купил. Термосы на еду. И на кипяток фирменные. Гитару отремонтировал. Куртку себе купил нормальную. И БП-стабилизатор поставил. Он так и не сделал ремонт в прихожей. Потому как делал покупки дисков, которые продать тяжело. А так бы уже давно сделал еще и летом ремонт. А я нифига реально себе не купил. Куртку тоже хотел, но в итоге не нашел время поехать куда-то ее поискать. Пошарился в магазинах местных, понял, что там все говно. И все. Так что рекомендую задуматься, куда инвестировать деньги. На ветер или на пользу себе. А, точнее не так. Так что рекомендую задуматься. Или тратить деньги на ветер, или инвестировать в себя. Будем надеяться, следующий год будет более благоприятным. Я как мамки переселился, так вообще нихера себе не покупаю. Все зависит от нас, Саня. От тебя и от меня. Каждый отвечает за свои действия. У себя, когда сам так покупаю и видел что. А с мамкой вообще полный ступор. Ох, блин, все время каждую копейку считает. И меня на это подсаживает. Только чем больше я ее считаю, тем меньше я зарабатываю. Это я заметил. Дело не в этом. Считать надо просто... Инвестировать с умом, вот и все. Я копейки не считаю, например. Так я и говорю, что никуда не трачу больше, чем на пиво и другое говно. Все остальное мамки, было бы куда и что тратить-то. Как в анекдоте, 220 отдаю, на остальные жужу. Вот видишь, пока трансформатор не сломается. То есть сердце или инсульт. Как бы Тёмке, помнишь? Не знаю. Как там в анекдоте? Да блин, вот у меня у мамки комп наебнулся, блок питания, нужно 200 гривен на новый. А про Тёмку да, помню, да. Было же 300. Она свои жлобицы дать, что я ей даю с квартиры. И с остального, я должен свои только тратить. Вот я психую, бля, как мне так нихуя не должно остаться. Как ей нужно, так вынеси себе мозги и сделай все бесплатно. Это не повод усугублять алкоголем свою судьбу, это ж твоя мама, ёптить. Платить никто не хочет, да просто, я плюнул на все и теперь хер его знает, когда она комп получит. Итак, я же ей его и дарил года два назад. Себе не может блок купить и починить. Так, тогда ей готов купить и чинить, потом упрекает. Несправедливо. Я-то брошу пить и лишнее не буду тратить, потому как только мне от этого плохо. А им, как я понял, вообще насрать на все. Лишь бы только ничего не тратить, а все иметь. Да, такого не бывает. Малой уволился с работы, с новой почты, он мало того, что ни мне, ни мамке, ни копейки не давал. Так еще меня в чем-то упрекает, сука. Короче, задолбали все, теперь решение простое, бросаю пить и пора что-то и себе купить. Вот хотел себе в этом году новый моник и планшет купить. Вот и буду над этим трудиться, дело в том, планшет стоит 500 гривен, можно взять запросто, ха, фигня. Вот именно, эти деньги, что на выпивку, лучше инвестировать с пользой. Вот купи себе планшет.
Короче, решено, пить со следующего года хватит. Пора вкладывать деньги в развитие себя. Так, Максим, просто срываешься от людей, которые тебя угнетают. Ну да, я понимаю. Ну, блин, я тоже ж не в раю живу. Сами не живут и тебя же испортят. Так же нельзя, блин. Вот банально, кроме меня за хавкой на базар никто не ходит. Научись прощать, это же твои родные, брат и мать. Родные же, брат и мать, ёп. Никто не хочет ремонтировать. Или с чем-то подумать, как починить. Все, сука, ко мне. Я все ремонтирую, я все покупаю, я все, блин, делаю. Даже лампочку покупаю, если перегорит. Бля, тону себя. Я-то должен как-то, блин, чувствовать человеком, а не, блин, рабочей лошадью. Сука, вот я забухал и забил на все. Сука, никто даже жрачки не пойдет, не купит. Малой дома мамки тоже, и мамка тоже, и все, блядь, телек или компьютер, сука, в тот день, что я нажрался, побежал пробивать блок. Нашел, притащил домой, чтобы попробовать собрать что-то. Так, я, как оказывается, еще и хуевый. Сука, вот 25 числа, блядь, деньги получу за квартиру. Интересно, если я возьму, бля, не отдам никому, просто обидно, Максим. Ты со всей душой к ним, а они отворачиваются при первом же случае. А ты говоришь, родственники. А все потому, что всегда каждый думает только про себя. И только про себя. Это человеческая сущность, ёптить. Простая, голимая человеческая сущность. Ладно, загрузил тебя своими проблемами. Разберусь как-нибудь. А сколько лет твоему брату? Он что, ребенок, что не может купить что-то? Или еще что? Собери дома вече и решите свои проблемы, сообща втроем. Ты, брат, мама твоя. Крепкая семья. Уравнение простое. 24 года ему. А что я буду собирать? Я уже говорил о том, что, бля, если мы вместе, так и надо быть вместе. Что-то, думаешь, изменилось, как я ходил? Все решал, так и решаю. Зато у меня, у малого, все хорошо. Сука, работу потерял и хуй с этим. Пойдет, сядет за комп и играет, и все равно всем на все насрать. Он же не скажет мне, да Сань, я хуёвый, и вам ничего не даю, и нихуя не делаю. Он тупо делал то, что и делал, и все. А ругаться с ним я заебался. Последнее, чем это закончилось, он в очередной раз вышиб стекло в комнате. Перед этим он вышиб стекло в кухне. После чего сказал, что ты его не ставил и совсем охуел. Он, сука, стекло, бля, поставить не может. А разбить, пожалуйста. Я потом дверь разбирал и ставил. Ну и спрашивается, нахуя мне все эти битые стекла? Как погром устраивать, все могут. А как починить и поставить, никто. Я заебался. Все решать за всех. Просто задолбался. От меня все хотят. Мне бы кто помог хоть чем-нибудь. И в итоге, что так, я один, что так. Единственное, что мне мешает, это алкоголь. Так бы я просто спокойнее был и не ругался ни с кем. Я просто гнул в свою сторону, а вам, если плохо, то либо помогайте, либо рот закройте. Так и будет, Саня. Так и будет. Короче, Максим, все сложно. Вот ты как с мамкой живешь. Она тебе помогает хоть чем-то? Конечно, помогает. И ей, конечно, не подарок, тоже такой вспыльчивый, ну, какой есть, да. Конечно, помогает, кормит, ёптить, когда мне не за что. А так, конечно, я тоже хожу за продуктами, я как ты, Саня, ну, то есть, помогаю, делаю, я, конечно, не как твой брат, я тоже не подарок. Да я знаю, я тоже не подарок. Да, Саня, я знаю. Ну, то, что я делаю по сравнению с другими, можно сказать, было наилучшее из того, что можно было сделать. Я поменял трубы дома полностью, колонку, холодильник купил. Ну, этот список, это самое малое. Я, Максим, реально плохой. Если какая-то проблема, то я сразу ее стараюсь решить. Если бы я вообще ничего не делал, было бы... Конечно, наверное, у всех хорошо, но вот со следующего года, как только будет катиться предъява в мою сторону, то все начинаю делать, пускай начинают делать сами.
независимо от того, чем это все закончится. Я буду тупо сидеть за компом и работать на себя. Вот и доделаем сайтик и все остальное быстрее, чем сейчас. Так бы сейчас и делал. Я понемногу изучаю пока HTML, CSS. Вот тебе ссылочка ВКонтакте. Не могу сосредоточиться. Бывает, мысли путаются из-за неуверенности в завтрашнем дне. Когда работы нет, вот сегодня не мог сосредоточиться, нифига не делал. Занимался сегодня саморазвитием. Ну и меня такое постоянно. Ну и работу искал. Нашел 2-3 штуки, обзвонил штук 5, договорился на собеседование, а потом оказалось, что все лохотроны и все в черных списках. Хорошо, что голова трезвая. У Гуга спросил, и он все молодец ответил. А в остальные не звонил еще, ну, сам понимаешь. При таком раскладе и желания нету. Ну да, хорошо, когда узнаешь раньше, чем потеряешь время поехать туда вот это вот и сказать чуваку, что ты пидор, блядь, и гандон. Я заметил, что все лохотрончики пишут объявы одинаково. Нет, у них все по-разному, просто нужно быть наблюдателями, смотреть и слушать. У них телефоны и физ-адреса в основном одни и те же. Телефоны меняются, а физ-адреса нет. Ну, телефоны точно меняются, но текст очень похож один на другой. Некоторые в наглую остаются, да, согласен. Особенно, чем больше обещают, то можно сказать, все будет прямо пропорционально наоборот. Да, по охране, например, полно объяв Кратоса, телефоны то те же, и Sunlight City, та же хуйня. И еще полно всякой херни для пенсионеров, с маленькой зарплатой. Sunlight City, это вообще корейцы. С минимальными зарплатами, ага. Там пиздец, это мивина, которая рабочим только по рукам бьет, но не платит. Вот ссылочка на ВКонтакте. Да, не то, это торговые центры. Но меня туда все равно не взяли. Я еще и в сентябре туда ходил. Там физподготовка, блин, там, короче, служба в армии обязательно. Короче, полный пиздец. Ну, тогда не знаю. Летающий дракон, например, в Сан-Сити, на Одесской, на Московском проспекте, на Салтовке, где был завод ХЗТД. Там вообще развлекательный центр у них и гостиница. Представляешь, где были когда-то цеха и гремели станки, теперь развлекалово от вьетнамцев. И они там живут. Ну то уж. Неделю там выносил за 50 гривен в день, не спеша. В 2000 году еще, на бывшем ХЗТД, мы тогда убирали, подготавливали, так сказать, для ихнего вторжения. Да я знаю, где они находятся. Я там преддипломную практику проходил по станкам ЧПУ. Мне туда 3 раза пришлось ездить. В их офисные центры. Один раз платить за домофон, второй раз, чтобы с заказчиком договориться, а третий даже уже не помню, зачем. Может, с девушкой встретиться? Не понял про домофон, зачем платить. Видел я там в группе, посвященной сайту, разместил пост. Не знаю, как мне, но мне домофон только в напряг. С объявлением и раскритиковал его я туда. Не звонил, так как уверен, что это лажа. И платить лишнее. Я вообще просто забил на домофон. И не платил полгода, а может и больше. Главное, ключ иметь. Не, я не понял, зачем тебе там на Киргизской платить за домофон? А то, что позвонить никто не может, то и хорошо, меньше врагов лезут. У тебя что, много врагов? Там у них главный офис. Может, не врага, но тех людей, которых не хочешь пускать к тебе домой. По домофонам там офис, ясно. А я не понял, Саня, не падай духом и нечего бухать, мне тоже хуёво. Так я же не пью, бери пример с меня, например. Сколько у меня проблем, особенно кризис среднего возраста, уже почти сороковника, нихуя толком нету. Я же не пью, живой пример, ёптить. Ну это да, главное, что у тебя есть этот дух, и что ты не сдаешься. И я не собираюсь, а это главное. Максим, отойду минут на 50, ну, короче, на часик. Ты только не бухай, слышь? До Нового года я все равно буду творить, что хотел, а вот после... Саня, надо сейчас, а не с Нового года. Поступай, как знаешь, твое здоровье и твой кошелек. То ведь Новый год общий,
А у тебя он начался с того момента, как ты понял, что так жить нельзя. Я ведь бросил все это дело не с Нового года, а когда понял, что все время сейчас, с этой секунды, меняю правила своего поведения и устраиваю на новый путь. Не прочь Новый год. Я еще поиграю в рулетку, мне все равно делать сегодня нечего. Это плохо. Ставь цель, а ее дели на подцели и достигай. Например, цель на год. Правильно, есть цель и его порядок. Подцели на каждый месяц. Нарушу, неправильно буду для себя все понимать. Потом на каждую неделю. Так и будет. Что у тебя, я это все проходил. Что именно? Советую по личному опыту сразу отказаться, чем откладывать на потом. Вот это все типа с Нового года. Саня, без обид, ты сам себя обманываешь. Обманулся я в прошлом году. Я уже думал, что тоже просто по рану не было проблем. Подожди, ты мне говорил еще в том году, что завяжешь с бухалом. И что теперь, та же песня? Вот и я тебе про то же самое. Я уже приходил, сам себя обманул, так что в этом все точно на все 100. Знаю уже, что движет глупостью и безрассудством. Я боролся с вредными привычками несколько лет по-разному, пока не пришел КОБ. КОБ – это концепция общественной безопасности. Сначала заменял одно другим, потом с экономических точек зрения, потом о вреде на здоровье, и ни хрена это мне не помогло. А потом я понял, что это подобно тому, что ты сам себя травишь, как, например, пчела берет дихлофос и сама себе за свои же деньги травит. Скажи, смешно, а? Поставь себя на место пчелы. Включи воображение. Правительство свободно продает отраву, чтобы люди сами себя травили за свои же деньги. Оно создало карательные отряды, чтобы тех, кто слетел с катушек, сажать в тюрьму. Так понятно. Короче, упражнение у тебя отличное, сам все дорисуешь. Какая-то мразь меня пыталась сломать. Ну, а я ее тоже сломал. Ну так если понятно, в чем проблема в Лене твоей, а? Комп мой, в компе моем и шарится вместо меня, Максим. Продолжим позже, сейчас я буду решать этот вопрос. Как это? Сейчас я разберусь с уродами, не знаю сам, но если за руку поймаю, то сломаю нахер. Не понимаю, о чем ты. Мне придется сеть обрубить на время, потом свяжемся. Хорошо, потом расскажешь. Пошло какое-то время. Окей, не знаю, может, кипишую, но мыша поехала. Это означает одно, либо у мышки глюк, либо взломали. Пока вроде ничего не нашел. Все чисто, и по логам, и по трафу, походу мусор попал. Мин, что ли? Да вряд ли, у них нет такого. И я слишком мал, чтобы меня так хакали. Я так понял, глюк мышки. Короче, зря пишевал. Ну, как сам понимаешь, что лучше проверить, чем попасться. Лучше проверять, надежнее будет. Отож, ладно, пойду курну. Хочешь бросить все привычки, сейчас у тебя реальное испытание. Не кури и не пей. Оно потом само все отпадет, через месяц. Да я заметил даже, что если я полмесяца не пью, у меня все хорошо, а потом все портится. Логично ж. Так что тут даже спору не будет. Я бросаю... Я решил без вариантов. Это мое решение, и я к нему пришел сам. Какое там сам, Саня? Я в тебя верю. Или я тебе верю. Значит, давай, бросай все это дело. Ну да, значит, у меня остается только одно. Не подвести тебя и себя. Блин, перегрузил комп, и у меня и винт умирает, хрустит и еле читается. Кстати, Тёма тоже решил к этому выводу прийти, пытается держаться. Если очень захотеть, можно и в космос полететь. Насчет Тёмы не знаю, Саня, не знаю, он слабохарактерный. Ничего, победим. Чем больше вокруг друзей, не пьющих, тем лучше. Я же не знаю, ты у него в авторитете или нет. Так, такая спокуса, а? Может и бросит, я, например, в авторитете. Ну, я знаю, что если я не пью,
перевод не сможет, так же, как многие другие. Я же его в основном пою за свой счет, у него денег лично нету. Ну да, я знаю, Тёма такой. Меня пример бери, и своим ставь пример. Вот с меня тут многие пример берут, и своим ставят меня в пример. И говорят, вот смотри, Максим не пьет, не курит, а ты, блин, дерьмо собачье, блядь, слабохарактерное. Пьешь, куришь, там ля-ля-ля, тополя. Ну, иногда работает, но ненадолго. Ну, и же нет денег платить мне за, так сказать, эти самые, за специальную методику. Даже мамка говорит, что я как не приду, так Тёма и срывается. Короче, ей старое доброе выражение. А, вот видишь, у тебя появилась еще одна цель, спасешь Тёмку еще, и сам спасешься. Убери в своем доме для начала, а потом выходи на улицу. Сначала мне нужно в своей голове прописать правила. Вот, давай. Потом у остальных подтянутся мозги. Это естественно. С этого и начнем. Правильно, как я сделал. Значит так тому и быть. Завтра все равно снесу винду на всякий пожарный. Блин, стремновато. Чтоб, не дай бог, не играли со мной, как бы не ломанули. Если есть позыв, значит недалеко и до остального. И походу поставлю глубокий пароль на биосе, который просто не ломается, даже если операционку поставить. Чтоб никто не лазил по моим контактам и счетам, не дай бог. Давно я это хотел сделать, но время походу пришло. Зачем бояться, если можно обезопаситься? Правильно, Саня, правильно. Одевай презерватив. А подруги покупай контрацептив. Слушай, а скажи мне еще другое. Хочется пить, когда бросаешь потом. Ну, когда я решил бросить. Дело не в этом. А в чем? Организм твой привык к нему, как к наркотику. И никотин тоже ж. А, ну да, мне то как бы и пить, то не хочется. А вдруг я с этим столкнусь? Я сам месяц после того, как избавился от этих ядов, нервничал. А вдруг, блин, захочется? Вот, короче, я нервничал и заменял валерьянкой в таблетках. Понервничал, выпил 3 таблетки в день и все. Спать хотелось, правда. Ну, мне повезло тем, что я тогда в охране был. Охранял МКС. Вот, и магазин, который уже как бы арестовали, и людей там не было толком. Вот, как бы было спокойно, скажем так. Да я и буду себя от всего отказывать, пока пройдет это отравление. Норма, а потом через месяц все у тебя устаканится и все будет отлично. Не понял, объясни. Не, валерьянку не могу пить. Организм сам восстановится. У меня давление низкое. Ну так приседай. Отжимайся, например, там не знаю, что там. На турнике повиси. Подтягивайся, и давление у тебя повысится. Хе-хе, только не сильно. Только не сильно подтягивайся. Хе-хе, или приседай. И тебе уже не надо будет ничем травить себя. Угу, господи, короче. Так в том-то все и дело, варианку не могу. Я сердце убью. Да придется, как ты сказать, угу, господи, ты прав. Не обязательно варианку, то я так сказал. Кэрол Тап можешь, ну хотя он психотропную хуйню имеет. Ну, а что делать? Еще что-то есть, типа, ну, типа Кавалтаба. Ладно, если что-то прижмет, тогда я обращусь к тебе. Пока вряд ли что-то должно потревожить, но, как говорится, хочется быть ко всему готовым. Все равно спасибо тебе за подсказки и помощь, я твой должник. Кстати, хотел тебя попросить одно действие разузнать. Нам на сайт, вот тебе ссылочка на Google.com Advance. Короче, там прикол в том, что чем больше посещаемость сайта и клики, то и денег можно больше зарабатывать. Может, пробнем поставить, а? Интересно, интересно. Ставится бесплатно. Конечно, если ты в теме, то надо. Я еще не понял сути, правда. Может, мы на свой сайт поставим и будем хоть по чуть-чуть денежку катать. Я сам толком мало знаю, как работает, но я в теме, конечно. Какие тут есть подводные камни? Поизучай, пожалуйста. Пора монетизировать наш сайт. В том-то и дело, что это Google предлагает. И все чисто и без ущерба сайту. Нужно разобраться, как работает. Я в поиске в Google набрал монетизация сайта. Давай этим делом займемся и разберемся. Давай.
Вот ссылка, там только зарегиться нужно и какой-то код получить. Почитать нужно и разобраться. Тем более, как я понял, если есть сайт объявлений, то можно прилепить в зависимости от запроса и поставить для привлечения клиентов. Как-то так. Я же говорю, сам не разбирался, очень много слышал, что люди неплохо зарабатывают. Саня, я уже сегодня не могу, глаза слепаются. Я ж привык ложиться в 21:30, а вставать в 5 мне. И привык к этому режиму. А сейчас уже около полуночи, ёптать. Да я ж не говорю прямо сейчас, как будет время. Просто даю тебе направление, где точно можно что-то сделать и получать. Окей, завтра с утра встану в 7 и начну смотреть, что Google предлагает. Наверное, есть и видео на Ютубе, как что делать надо. Окей. Чем быстрее освоим, тем быстрее нам с рекламой капать будет. Каждый, знаешь, песню такую. Каждый день нам капает, на карманы капает. Там полно видео. Каждый день нам капает, на карманы капает. Вот там куча о них и о настройке. Давай, сегодня отдыхай. Да и я тоже. Спишемся. Каждый день нам капает, на карманы капает. Каждый день нам капает, на карманы капает. Вот, друг, ты слышал мой очередной рассказ. Каждую субботу выходит мой новый рассказ. Подписывайся. Макс Веков желает тебе успехов. Пока-пока.